же всего лишь блогер. Камон! Фу, блогер! Фу, блогер! Фу, блогер! Фу! Да, 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 да. Ну что ж, лужники, давайте закончим этот день достойно! Дядя, заводи! Ну что ж, сегодня был поистине прекрасный день. Вы насладились по-настоящему талантливыми, молодыми музыкантами. Ну а теперь дайте блогеру, пожалуйста. Я подумал, что будет забавно закрыть этот фестиваль своей самой первой пародией на реп. Изи Реп, класс! Целых 6 часов вы здесь слэмите!
Что я вам хочу сказать? Вы все здесь. Я бы не смог, а вы смогли. Вы здесь уже 6 часов, и все это время слэмитесь, орете, танцуете. Дайте-ка шуму себе, вы заслужили, Москва! Братик, стой, нас попросили материться перестать. Я понял. Извините, это вырывается случайно. Я не могу контролировать свою энергию. Вы посмотрите на этих людей. Они бешеные, они жаждут! Русский, стой. Мне говорила моя классная руководительница, русский без мата доклад. Итак, раз уж мне выпала такая честь закрыть этот прекрасный день, я хочу сейчас, чтобы абсолютно каждый убрал свой поганый телефон. Неужели вы пришли сюда снимать истории? Вы знаете, у многих из нас случается дерьмо в жизни. У всех. Камон. И сейчас я попрошу вас вспомнить все это дерьмо и оставить его здесь, жестко. Выпрыгать, вытоптать, вытанцевать, выорать. Я хочу слышать каждого, Москва! Ну что ж, пожалуйста, оставьте все свое дерьмо здесь и сейчас. Давай! Честно, я немножко переживал, что я последний, типа все разойдутся, все устанут. А, бешеные дикие ублюдки! Но вы прекрасно знаете, лучше меня знаете, что будет в конце. А сейчас давайте дадим место одной серьезной песенке. Очень важной для меня, я ее люблю. И многие из вас тоже ее знают. Поэтому, кто будет подпевать,
целую в лобик. Что мне дали эти ваши деньги? Ну что, Москва, споем! Что забрать? Что забрать? Давай. Давай. Это новый уровень закладок. Ой. Потом посмотрю. Итак, а сейчас я хочу, чтобы мы этот прекрасный день наполнили любовью. Джентльмены, приглашайте дам на танец. Дамы, приглашайте джентльменов. Джентльмены, приглашайте джентльменов. Мы же толерантны и правильно. Нет. А вот там моя любимая девочка. Я люблю тебя. И я вам всем желаю
познать, что же это такое. Ну что, давайте потанцуем! Девочек с зелеными глазами, я точно знаю почему. Люблю, когда глаза и горят, точнее вылетают из орбит пузыря. И киски не текут, а полыхают от моих ребят. Из отряда инквизиции, такой у нас обряд. Уж извините, для наших принципов критично, чтоб незамедлительно каждая ведьма с помощью священного костра лежала колдовство. Эти зеленые глаза смотрят прямо в твои. Ярко пламя горит, жаль не нашей любви. Ну что же горит? Я снова в пути туда, где фонари горят красным. Там ведь мы хитрее сами, мой молот согреет. Ведь я чем угодно могу заниматься после работы свободно. Так люблю девочек зелеными глазами, а почему? Эй, шире открой! Почему? Так люблю. Спасибо, Москва! Пошумите для этого блогера! Эй! Эй! Сережа, вот этот микрофон теперь основной. Ага. Вы поняли, да? Я нет. Сережа! Москва, внимание! Я сейчас попрошу вас об очень-очень важном деле. Мне сейчас нужен каждый род. Каждый род в этой площади. Я хочу, чтобы мы с вами спели так громко, чтобы это услышал один маленький мальчик в селе Колмогорово. Да, это Тимур Капиц, господа. Окей, давайте попробуем. Все. И снова копы на хвосте. Мы скрываемся от красных. Нет, стоп, стоп, стоп. Камон. Я хочу, чтобы он услышал это в Сибири. Камон, Сибирь горит.
Ему там сложно. Сибирь горит. Ты до Аляски дошел, Трамп позвонил, говорят, не надо помогать. Итак, на счет три. Раз, два, три, и снова. Все мои на высоте. Салют, Москва! Прямиком из горящей Сибири, с горящим сердцем, вот Тимур Капец! Ну что же, давайте сделаем этот день поистине легендарным. Мне нужен каждый. Ну что, Тимур? Погнали! Давай! Я хочу, чтобы этот день запомнил каждый из вас. Поэтому сейчас мы сделаем одну прикольную штучку. Но официально заявляю, до Москвы нигде такого не было. Нигде. Кто из вас шарит, что такое стена смерти? А сейчас их будет две. Их будет две. Итак, вы половина вправо, половина влево. И вы половина вправо, половина влево. Эй, Rhymes Fest! Давайте сделаем этот день легендарным! Господи, кто-нибудь снимайте это. Я хочу показать маме. Эй, 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 эй. Москва, вы готовы? Я не слышу, Москва, вы готовы?
Ну что ж, три. Ну что ж, секундочку. Итак, господа, на счет три мы устроим два землетрясения. Одно здесь, второе здесь. Но, пожалуйста, правоохранительные органы, знайте, это не митинг, нет. Вы, господа слева, готовы? А вы? И вся Москва! Ну что ж, давайте на счет три покажем, что такое рок-н-ролл. Давай! Вы даже не подозреваете, насколько вы легендарную дерьмо. Москва! Итак, переведите дыхание. Сейчас мы должны закрыть этот вечер. И закрыть его так жестко, блядь, чтобы вы своим внукам рассказывали. А я вот в 19-м году был там на фесте. Там знаешь, что вот этот вот петух сделал? Чтобы каждый... Да, блогер. Сейчас все сделайте немножко шаг назад. Первые ряды, вам нужно много места. Не делайте круги, сделайте просто чуть-чуть шаг назад. Раймсфест. Сегодня было поистине великолепный день. И давайте закончим его так, чтобы об этом помнил каждый. Поэтому, пожалуйста, все сделайте шаг назад. Все. Все, Москва. Окей. Покучнее, не надо кругов. Покучнее, идем. Вы такие классные, идемте ближе. И вы тоже, идемте ближе. Вы такие классные. Ой, господи, а. Сколько прекрасных молодых лиц в одном месте. Я как будто ЕГЭ сдаю. Окей. А теперь все, абсолютно все, давайте-ка присядем. В ногах правды нет, господа. В ногах правды нет. Все на пол. Все на пол.
Москва, Москва, Раймсфест. Закончим по-царски. Давайте на счет три, на счет три. Мы выпрыгнем так высоко, чтобы земля содрогнулась. И все поняли, да, Раймсфест закончился. Ну что ж, я вижу, вы готовы. Запускай. По-моему, это самое лучшее завершение фестиваля за всю мою историю. Ко мне тут подбежали и сказали, может, типа, еще один трек. Так, хорошо, но... Но договоримся так, что все вы сейчас соберете свои яйца в кулак, уберете телефоны и сделаете так жестко, как еще не было сегодня. Москва, не слышу! Окей, хорошо. И перед тем, как мы начнем, давайте договоримся. Все же, как бы, ну, что такое? Что такое? Что? Паспорт потеряли? Да мне... Москва, договоримся так. Сегодня вечером, перед сном, когда вы будете мастурбировать... Давай! Давай! Ай! 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 Все! 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 Ай! Ты мой страсть, 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 ты мой страсть
Спасайте друг друга, Москва! Я хочу сказать одну вещь. Послушайте меня внимательно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, сука! Пока, Москва! Это было легендарно!